Магазин Good Price. Быстро, дешево и надежно. Там вы найдете чехлы, колонки и прикольные подарки. Всем привет! Вы находитесь на канале Big Fire Apple. И сегодня будет необычная распаковка портативного проектора от компании Brookstone. Для начала давайте рассмотрим саму коробку. В самом начале нарисован сам проектор, сбоку его порты и как он, в принципе, управляется. Сзади довольные лица, потому что они смотрят какой-нибудь веселый фильм. И здесь небольшое описание на английском языке. Как вы видите, можно подключить устройства Apple, например, такие как iPad, iPhone, iPod Touch, компьютеры, всякие Xbox, камеры и так далее. То есть универсальное устройство. Сверху, кстати, они нарисованы. Еще вместе с этим проектором покупались оригинальные аксессуары, travel case, и еще там в комплекте идет мини-штатив. Итак, давайте перейдем к распаковке. Открывается достаточно легко. Все, что находится, разделено на 3 пункта. Итак, в первой коробочке идет устройство питания с двумя переходниками, европейским и американским. Во второй коробочке у нас идут различные переходники HDMI, небольшая сумочка для переноски и HDMI кабель, небольшой такой. И самое главное, это сам проектор. Он очень легкий и, как мне кажется, при большом желании можно его даже в карман джинсов поместить. Вот так вот он выглядит. И разрешение у него 1080p, что, согласитесь, очень-очень хорошо. Снизу идет переходник Tripod, можно на штатив так поставить и на стенку воспроизводить. Отлично. Да, на самом деле он не тяжелый. Давайте посмотрим на кнопки. Это кнопка включения-выключения. Сзади порт HDMI и USB, чтобы можно было заряжать одновременно, например, iPad или iPhone. И AUX кабель для подключения, например, колонок. Сверху такая кнопочка, или это не кнопка, фиг знает. Регулировка громкости. Ну, в принципе, и все. Давайте теперь откроем коробку Travel Case and Tripod. Открывается она сверху, либо снизу, смотря кто по национальности. И здесь у нас идет вот такая вот сумочка, а внутри уже все, что имеется. Достаточно приятный материал. Итак, вкусные шарики, обожаю их кушать, это шутка. Фигня, чтобы не помялось. И маленький такой вот трипод, совсем маленький, я думал, что он будет больше. Ну, видимо, он раздвигается. И все, в принципе, больше сюда ничего не поместить. Вот так вот он вставляется сюда. И можно спокойно переносить, не боясь за его сохранность. Ну, сейчас мне это не очень получается. Со временем разносится. Итак, это была мини-распаковка Brookstone HDMI Pocket Projector. Стоит он в районе $200. В России вы найдете его намного дороже. Заказывался при помощи сайта Shopotam. Всем пока!